Привет, друзья! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua, и в этом обзоре я расскажу вам о швейцарских часах Invicta из коллекции Reserve Sabaqua. Модель очень крупная, очень тяжелая, сразу начну с ее веса. Это 377 грамм, очень ощущается она в руках, прям вот такая маленькая гантелька. Диаметр корпуса часов 52 мм и в толщину 18 мм. Корпус и браслет этой модели сделан из нержавеющей стали. Давайте будем осматривать часы со всех сторон. Застежка раскладная с фиксатором, на ней еще пленочка наклеена. Пока открыта застежка, давайте посмотрим на заднюю крышку часов. Здесь выписаны практически все характеристики этой модели. Черная окантовка по окружности задней крышки часов. Застежка очень удобная, как вы можете видеть. Очень быстро я ее раскладываю и собираю обратно. Давайте посмотрим также на боковые части корпуса. Здесь вот такие полые места. Крупная заводная головка. И я померяю часы на свою руку. Запас браслета позволяет мне легко вдеть часы через кулак. Запястье у меня 18 сантиметров в обхвате, и вот так модель смотрится на моей руке. Вес ощущается, но для меня он приятный, я люблю тяжелые часы. Давайте расскажу о функционале. Здесь, в принципе, набор самых основных и необходимых функций. Значит, давайте начнем с стекла. Оно здесь достаточно толстое. Фирменное стекло Flame Fusion от Invicta. Делается методом закаливания, по прочности не уступает сапфировым. И на стекло нанесен слой антиблика, он сейчас синевит на камеру. Циферблат в часах чисто черного цвета. Вот примерно так он выглядит в реале. Циферблат отлично читается за счет того, что он не нагружен хронографом. Здесь крупные стрелки, метки часов. Стрелки и метки накапливают энергию и светятся в темноте. Есть окошечко даты в правой части циферблата и есть функция GMT, возможность устанавливать время в двух часовых поясах. Для этого выведена отдельная часовая стрелка с красным наконечником и отдельная 24-часовая шкала на циферблате. Механизм и сборка часов швейцарские, о чем говорит надпись Swissmade в нижней части циферблата. Это профессиональная глубоководная модель. Ее водозащита составляет 500 метров. Заводная головка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. В первом положении заводной головки по часовой стрелке меняем дату. И в этом же положении против часовой стрелки устанавливаем вторую часовую стрелку для второго часового пояса. Во втором положении заводной головки против часовой стрелки устанавливаем само время. И на этом функционал модели закончился. Давайте я покажу ее общим планом. Как я говорил, здесь антибликовое покрытие на стекле, и оно синевит на камеру, поэтому создается впечатление, что циферблат больше синего цвета, хотя в реале он чисто черный. Где-то вот
таком варианте. Часы крупные, агрессивные, тяжелые. Не могу сказать, что они сильно ограничивают в стиле. В принципе, эту модель можно одеть даже под casual костюм. Единственное, для такой модели должна быть соответствующая крупная рука, иначе они будут смотреться просто нелепо. На этом закончу обзор. Спасибо за то, что его посмотрели. Всем хорошего дня.